Я, Царев Дмитрий, студент Алматинского экономического колледжа, обучаюсь по специальности информационные системы. С самого рождения человек постоянно развивается. С того момента, как он делает первые шаги, говорит свои первые слова, он пытается создать что-то новое, взрослея, выбирает профессию, которой он посвящает свою жизнь. Он выбирает то, что соответствует его способностям и душе. Моя будущая профессия – техник информационных систем. Выбор этой профессии не случайен. Со школьных времен меня увлекала работа с компьютером. С нетерпением ждал уроков информатики, во внеурочное время занимался самостоятельным изучением материала. На данный момент, помимо учебной деятельности, занимаюсь работой над проектом дополнительной реальности в образовании, принимаю активное участие в общественной жизни колледжа, занимаюсь организацией мероприятий, являюсь членом команды комитета по делам с молодежью, являюсь призером городских, районных и областных соревнований по легкой атлетике, баскетболу и футболу, принимал участие в военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын». По окончанию Алматинского экономического колледжа планирую поступать в ВУЗ для совершенствования своих знаний, продолжать работу над проектами, которые могут внести вклад в развитие нашей страны. Дмитрий – целеустремленный студент. Он умеет применять изученные технологии на практике. Кроме студенческой деятельности, он работает над проектом дополненной реальности для образования. Он представляет данный проект для улучшения качества образования. Дима өте бір ақылды, сонда бір байсалды жігіт. Жаңа өзінің ісіне берік, сабағы жақсы, сонымен қатар спортты алып жүреді. Жеңіл атлетика оның ішінде кросс дайындығы бойынша қала жеңімпазы. Жақсы жігіт, спорттық деңгейде мықты деп айтсақ болады. Рахмет.